Друзья, всем привет! Я Маргарита Шипила, партнер компании BigSAP. Сегодня я презентацию веду от лица нашей команды для всех желающих. Сразу хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нам на встречу. Все, кто будет смотреть в последующем записи, тоже вас благодарю. Слушайте внимательно. Возможно, информация, которую вы сейчас получите, она поможет как-то вам в жизни решить какие-то свои дела и так далее. Речь пойдет о компании BigSAP. Компания стартовала 7 мая 2019 года, то есть молодая, перспективная. И у вас есть сейчас отличная возможность начать свое дело именно на этой платформе. Принцип «кто раньше встал, того и тапки», он работает, друзья. Если его, как говорится, не коверкать, те люди, которые очень долго думают, они этот принцип не хотят воспринимать всерьез, но он существует, друзья. То есть те люди, которые быстро принимают решения, которые быстро начинают какие-то дела, да, не сидят долго, не думают, они всегда, как говорится, в выигрыше. Итак, поехали. Компания BigSAP – это онлайн-платформа, современная онлайн-платформа для создания прибыльного источника дохода на основе партнерской программы и постмайнинга. Партнерская программа – это когда люди строят партнерские сети. Этого тоже не надо пугаться. Во всем мире сегодня существуют партнерские программы, куда бы мы сегодня ни пришли. В любой парикмахерской вам могут предложить бонус за рекомендацию. Поэтому партнерские программы в 21 веке – это уже норма. Не стоит этого избегать, никуда от этого уже не деться. Поэтому вы точно так же можете присоединиться к нашей партнерской программе и зарабатывать. Цель компании – это занять лидирующую позицию в нише сетевого маркетинга, объединить людей с активной жизненной позицией и вдохновить остальных на покорение новых вершин. То есть быть надежным партнером и помогать людям добиваться финансовых успехов. На мой взгляд, очень шикарная цель и миссия, которая заслуживает уважения. Расчетная единица на платформе биткоин. У биткоина существуют как преимущества, так и недостатки. Лично для себя выделила какие преимущества. Это надежность, анонимность, избавление от посредников, отсутствие ограничений по сумме платежей и трансграничные транзакции. То есть, если простым языком у биткоина нет регулирующего органа, который бы им манипулировал в своих целях, имея биткоин-счет, мы имеем свой анонимный счет, в который никто не залезет со стороны, никто его не арестует, не заблокирует. То есть, очень можно хорошо и надежно хранить свои средства. Нет посредников в виде банков, то есть если мы пользуемся банками, мы платим комиссию банку, платим ее в зависимости от того, какой перевод мы делаем. Если мы переводим биткоины, то комиссию мы платим минимальную, независимо от того, какой размер перевода у нас есть. Поэтому у нас нет посредников, есть только, допустим, я и тот человек, которому я отправляю биткоины. Нет ограничений по сумме платежей, какую бы сумму я ни захотела отправить, я смогу это сделать очень легко. Если, допустим, банки нас постоянно ограничивают в сумме переводов, там, в сумме снятия там, денег со своих счетов, то с биткоином такого нет. Ну и трансграничная транзакция – это возможность сделать переводы по всему миру. У биткоина существует такой недостаток, как технология Proof of Work, то есть сегодня, чтобы добывать биткоин, требуются большие площади, на которых стоит огромное количество компьютеров, работают видеокарты, используется огромное количество электроэнергии, вырабатывается еще большее количество тепла. Для того, чтобы всю эту процедуру охлаждать, используется большое количество охлаждающих каких-нибудь установок и так далее. То есть для простого человека, вот для меня, допустим, это уже нереально добывать биткоин. Если раньше можно было на своем компьютере добывать биткоин, сегодня для простого человека это уже недоступно. Поэтому биткоин либо я могу покупать за свои деньги, либо зарабатывать. Покупать для себя не вижу смысла, потому что я не смогу столько купить, сколько мне надо. Я могу биткоин заработать. Поэтому я с 2016 года зарабатываю биткоин, накапливаю себе на счету. По прогнозам аналитиков, в скором времени один биткоин, возможно, будет стоить 1 миллион долларов и выше. И вот представьте, если у вас есть на балансе энное количество биткоинов, сколько будет у вас денег в пересчете на рубли там, или на доллары.
Поэтому, как простому человеку, мне выгоднее биткоин зарабатывать, чем я и занимаюсь, и рекомендую вам. Компанию BigSup создали два молодых человека, Евгений Чаплыгин, Евгений Ежов. Это парни, которых я уже знаю несколько лет. Они себя зарекомендовали с хорошей стороны, то есть претензий абсолютно никаких я к ним не имею. Видела, как они работают, как они относятся к людям. Вот, меня это, в принципе, все устраивает, поэтому, когда стал вопрос, заходить в BigSup или нет, у меня даже не было никаких сомнений. Я знала, что мне это надо, и меня устраивала администрация. Поэтому я здесь сегодня и рассказываю вам о преимуществах и возможностях BigSup. Какие особенности есть в маркетинге BigSup? Это прозрачность системы, это авторский маркетинг, 100% сеть, премиум-клуб, автоматизированное обучение, клиентоориентированность и мгновенные выводы. По каждому из пунктов мы сейчас пройдемся более подробно. Заострю просто ваше внимание на вот этом пункте. Мгновенные выводы. То есть вам здесь не надо ждать закрытия каких-то площадок, матриц, там еще чего-нибудь, чтобы получить свою выплату. Как только вы пригласили партнера, вы сразу начинаете зарабатывать. И сразу можете выводить. То есть деньги в системе, друзья, не хранятся. Вот этот момент очень важен для многих людей, которые уже столкнулись с какими-нибудь недобросовестными проектами, где деньги сначала хранятся в системе, а потом их просто невозможно вывести. Поэтому здесь мгновенные выплаты, вы заработаете, зарабатываете, мгновенно выводите и тратите на свои нужды. А теперь давайте более подробно о каждом из пунктов, которые я перечислила. Авторский маркетинг, что он в себя, ну, как бы включает? Это система распределения аккаунтов. Это реинвестируемая линейная и тринарная программа, то есть многократный доход от однажды выполненной работы. Это бонус быстрого старта для активных людей. Это 7 уровней рангов, это вознаграждение от компании. Это пятиуровневая реферальная программа, отчисления в постмайнинг. Это касается пассивного дохода, о котором я расскажу чуть позже. Премиум-клуб – это для тех людей, которые, ну, имеют цель, во-первых, сюда попасть, и которые уже сюда попали. Что входит в премиум-клуб? Во-первых, в компании существует своя видеостудия, которая создает качественный материал, видеоролики, фотосессии и так далее. То есть участник премиум-клуба, он может воспользоваться услугами вот этой видеостудии. Видеостудия создаст профессиональный видеоматериал, видеофотосессии, которые можно использовать для рекламы своего бренда, своего бизнеса. Это касается не только компании BigSup, сюда может обратиться абсолютно любой человек, у которого есть бизнес на земле или в интернете, абсолютно в любой компании. То есть видеостудия BigSup осуществляет услуги абсолютно для всех. Если вы когда-то обратились в эту видеостудию, вам сделали качественный материал, вы довольны, и вы, допустим, порекомендовали эти услуги, то вы получите комиссионное вознаграждение от 10 до 20%. Будет создан лендинг-пейдж, будет возможность пользоваться профессиональным онлайн-обучением, будет доступ к закрытым разделам обучения, персональный менеджер, совместные клубные путешествия, услуги профессионального юриста и т.д. То есть этот список, как говорится, не окончательный, все будет еще добавляться и так далее. То есть расширяться список услуг еще будет и привилегий. Для многих людей, которые приходят в интернет, для них очень важно, чтобы компания их поддерживала в развитии. Компания BigSup такое есть. Здесь есть в кабинете вкладка онлайн-обучение для самостоятельного, ну, как говорится, изучения. Вы приходите, открываете эту вкладку, есть видеоролики, которые вы можете использовать самостоятельно, смотреть. После каждого видеоролика есть тест. Вы можете сами себя протестировать. Допустим, посмотрели, протестировали. Где-то ошиблись, еще раз прошлись, просмотрели, еще раз себя протестировали. То есть вот в таком формате как бы сами себя проверяете на практике. Точно так же здесь есть онлайн обучение от высокого уровня профессионалов. То есть компания приглашает специалистов, которые проводят тренинги по грамотному продвижению в интернете. Вы можете точно так же воспользоваться этим обучением, зайдя даже на один пул. То есть активировав один пул за 0,004 биткоина, вы можете пользоваться этим обучением в своих целях. Прозрачная система. Что сюда входит? В любом маркетинге существует головной аккаунт, который принадлежит администрации. То есть в любом абсолютно маркетинге все начинается с аккаунта администрации. Как это происходит по традиции? Головной аккаунт, который принадлежит администрации,
он работает на них. То есть админы забирают прибыль себе. Куда они ее тратят, это уже, как говорится, по их усмотрению, либо они тратят ее на свои какие-то нужды, на развитие компании, там еще куда-нибудь. То есть, но в сеть это не идет. То есть партнеры получают только по маркетингу. То, что заложено в маркетинг. В компании BigSup немного другая ситуация. Здесь головной аккаунт прозрачный, то есть в своем кабинете можно посмотреть статистику этого головного аккаунта. И там вы увидите, что 60% уходит на ранги. Это вознаграждение партнеров за активность. 30% уходит на обслуживание системы. И 10% уходит на распределение между пользователями бесплатного мобильного приложения. А теперь давайте более подробно по рангам. То есть те партнеры, которые участвуют в партнерской программе BigSup, они зарабатывают по маркетингу. У них есть финансовый инструмент, как тренар, пул. И они, строя команды, там зарабатывают. Но компания приняла такое решение, что она хочет еще как бы вознаграждать партнеров за их активность. И 60% от своей прибыли отдает на распределение по вот этим рангам. Что такое ранг? Допустим, вы зашли в первый пул. То есть вы активировали первый пул, вы начинаете его заполнять партнерами. Как только у вас 12 партнеров заполнили ваш пул, из прибыли компании вы участвуете в распределении 5% прибыли на всех, кто закрывает первый пул. Допустим, вот 100 человек в этом месяце закрыли пул, и 5% от прибыли компании идет на распределение на вот этих на 100 человек. Когда вы закрываете первый пул, система автоматически вам открывает новый такой же пустой пул, который вы также можете снова заполнить и заработать. И автоматом она вас переводит во второй пул. То есть вы уже начинаете закрывать второй пул. Сколько у вас найдет на закрытие второго пула, я не знаю. Может быть месяц, может быть два, может быть три. Пока вы будете заполнять второй пул, вам компания будет из прибыли своей по-прежнему выплачивать ну, 5%, то есть на всех людей, у кого закрыт первый пул, у кого закрыт первый пул, компания будет также распределять 5% ежемесячно. Некоторые партнеры у нас уже называют это как зарплатой. То есть за однажды выполненную работу люди получают ежемесячное вознаграждение. Как только вы закрываете второй пул, допустим, вот сегодня вы закрыли второй пул, вот эти средства уже перестают у вас работать, у вас начинают работать 8%. То есть вы уже начинаете участвовать в распределении 8% от прибыли компании. Система вам активировала новый свежий второй пул, передвинула вас в третий. Вы начинаете работать над заполнением третьего. Но ежемесячно продолжаете также участвовать в распределении 8% прибыли компании. Как только вы заполняете свой третий пул, 12, ну, то есть 12 партнеров у вас заполнили третий пул, вот эти начисления у вас перестают работать. Вы начинаете участвовать в распределении прибыли 10% от прибыли компании. То есть вот уже такую сумму вы начинаете получать только за то, что вы закрыли третий пул. И таким образом, по точно такой же схеме вы двигаетесь по маркетингу. И представьте ситуацию, если вы, допустим, дошли до седьмого пула, вы один единственный, все еще продолжают работать над закрытием вот этих пулов, а вы уже здесь, и вы ежемесячно будете получать 30% прибыли компании на свой счет. В распределении прибыли существует бонус быстрого старта. Это для тех людей, которые в течение месяца закрыли не один пул, а сразу несколько. В этом случае вы будете участвовать в распределении не одного какого-то пула, вот как я вам сейчас сказала, по очереди, а именно тех пулов, которые вы успели закрыть за месяц. Если вы успели закрыть за месяц три пула, то есть вы зашли на три пула, люди за вами зашли на три пула, у вас закрылось сразу три пула, значит вы будете участвовать в распределении всех вот этих процентов. Если вы зашли на четыре пула, за вами зашло 12 человек на четыре пула в течение месяца, значит вы сразу бонус быстрого старта получаете все вот эти проценты. То есть это для тех людей, которые любят вот быстро стартовать. Для них это очень выгодно. Сколько вообще существует пулов в маркетинге? Существует 10 пулов, 7 обязательных и 3 лидерских. 7 обязательных – это автоматическое передвижение по пулам. Закрыв один, система автоматом вас будет передвигать все выше, выше и выше. Независимо от вашего желания, вы станете богатым. В 3 лидерских пула вы принимаете решение зайти самостоятельно. То есть
Захотите, зайдете, не зайдете. Но, допустим, если вы адекватно оцените, какие здесь деньги можно заработать, я думаю, если вы дойдете до седьмого, то у вас 100% появится желание зайти и в три лидерских пула. По какой системе вообще человек зарабатывает в маркетинге Big Sun? Существует вот такой пул. Как я уже говорила, заполнив его 12 партнерами, пул закрывается, и вы получаете вознаграждение по рангам. Но это не единственное вознаграждение, которое вы будете получать. У вас здесь есть прибыль по линейной программе, то есть линейная программа – это те люди, которых приглашаете вы лично. Моя рекомендация, конечно, расширять свою первую линию постоянно, потому что чем больше у вас первая линия, тем надежнее строится ваш бизнес. Поэтому, расширяя свою первую линию, вы будете укреплять свой бизнес, фундамент своего бизнеса, ну и, соответственно, получать средства со своей первой линии. Также у вас будет формироваться доход от закрытия пулов. Здесь уже участвует, в принципе, команда, не только ваши личные усилия. Если, к примеру, вы придерживаетесь простой схемы, программа минимум 3 на 3, то вы зашли в систему, вы пригласили трех людей, научили своих людей точно так же выполнить эту программу, каждый из них приглашает по 3, у вас закрывается пул. Для меня лично вот эта система, самая простая, которая вообще существует, в сетевом маркетинге. Потому что по классике, да, в классических сетевых компаниях, там для того, чтобы зарабатывать, надо построить, приличную такую структуру, допустим, и 300 человек там уже там не обойдется, там и 1000, и 500 человек надо пригласить для того, чтобы выйти на приличные доходы. Если же здесь вникнуть вот в эту систему, что каждый приглашает по 3, то есть самому принять эту идею и научить людей этой же идее, да, этой системе, то каждый выполняет минимальный объем работы, но по итогу он получает максимальный результат. То есть у вас есть возможность либо бесконечно расширять свою первую линию, что я рекомендую делать, либо вы можете грамотно выстроить систему дубликации 3 на 3. Но чтобы, как говорится, себя подстраховать, лучше все-таки делать упор на первую линию. А закрытие пулов это уже будет автоматически, потому что здесь участвует вся команда. И когда вы начинаете приглашать людей, создавать свою команду, то ваши люди начинают занимать вот эти места. Если вы пригласили одного человека, он у вас занимает это место. Если вы пригласили второго, он занимает это место. Если пока у вас нет третьего человека, вот это место может занять человек сверху, который придет к вам от спонсора. То есть человек спонсора может занять это место. Вы приглашаете третьего человека, он занимает это место. Значит, в этом, на вот этом, на второй линии вы уже начинаете получать доход не только за линейную программу, но еще и за прикрепление во второй уровень. То есть у вас уже здесь получается два начисления. Вот эти все места вы можете как самостоятельно заполнить по желанию, либо люди ваши работают, либо это приходит из системы и так далее. То есть здесь уже работает команда. И вот по закрытию вот таких пулов вы начинаете и зарабатывать деньги. Вот здесь на экране вы видите, что какие начисления вообще вам приходят. Если вы приглашаете своего первого личника, он занимает вот это место, вы получаете 0,001 биткоина. Если вы приглашаете второго партнера, он точно так же занимает это место, вы получаете 0,001 биткоина. Если вы приглашаете следующего своего человека, как я вот на предыдущем слайде вам рассказывала, он у вас занимает вот это место. Значит, в этом месте вы зарабатываете 0,001 биткоина по линейной программе и 0,003 вы получаете за прикрепление во втором уровне. То есть здесь уже начинает работать вот такая система. В итоге, когда у вас будут заняты все вот эти места, система вам автоматически откроет новый пул, то есть вот точно такой же пустой. И вы можете либо закрывать этот пул новыми людьми, то есть приглашать новых людей, либо ждать, когда ваши люди точно так же закроют свои пулы и возвратятся к вам. Но тут, друзья, существует такой интересный момент. После того, как ваши три реинвеста будут закрыты, система вас автоматически переставит в любое свободное место уже в глобальной системе. Чем это хорошо? Тем, что это помощь тем людям, которые, допустим, только пришли, и для них пока, они пока не умеют еще, допустим, строить команду. Для них это будет помощь.
вам, в принципе, как говорится, разницы абсолютно никакой нет, где вы встаете. Потому что если вы активный человек, закрываете пул, у вас реинвесты, то вы и так хорошо двигаетесь по маркетингу. Но тому человеку, который, допустим, только пришел в систему, еще не совсем адаптировался, для него это будет хорошим подспорьем. После того, как вы закрываете свой четвертый реинвест, система вас снова возвращает к своему спонсору вашу же структуру. И вот таким образом, как вы можете попасть, как говорится, в пул к любому человеку, так и в ваш пул точно так же может попасть абсолютно любой человек, которого вы даже не знаете, никогда в глаза не видели. То есть есть вот такая вот интересная система расстановки аккаунтов. А теперь давайте конкретно перейдем по деньгам. Сейчас я вам буду перечислять конкретно, сколько вы можете заработать в каждом пуле. То есть перечислю 10 пулов, сколько вы денег заработаете в каждом пуле. Буду называть суммарную цифру, то есть сразу буду говорить сумму, которую вы можете вывести и потратить. То есть вы должны понимать, что каждый пул, когда он закрывается, вот здесь видите на экране, в каждом пуле существует общая сумма, да, прибыли. Из этой суммы вычитаться будет реинвест, то есть открытие нового свободного пула, и будет вычитаться апгрейд. Апгрейд – это покупка следующего пула. И вот по такому принципу работает каждый пул. Если вы зашли на один пул, закрыли его, у вас система автоматом вычтет реинвест, вычтет апгрейд за второй пул, и на руки чистая прибыль, которую вы можете вывести и потратить. В рублях я вам перечислю именно те деньги, которые вы можете вывести и потратить. Если вы зашли на два пула, создали команду в 12 человек, у вас пулы закрылись, значит система вам точно так же активирует вам новые пулы свободные и купит третий пул. И чистыми на руки вы также забираете сумму. А теперь давайте конкретно по рублям, сколько вы заработаете за каждый пул. Вход на первый пул 0.004 биткоина. Прямо сейчас можете открыть калькулятор и смотреть, сколько это в рублях. Не забывайте, что каждый обменник, когда мы меняем рубли на биткоины, берет еще комиссию. И лучше, допустим, если вы готовы уже сегодня прям регистрироваться, то точную сумму в рублях лучше смотреть в обменнике, потому что обменники берут комиссию. Итак, вход на первый пул 0.004 биткоина. После того, как у вас заполнено 12 мест, ваша чистая прибыль, которую вы можете вывести тут же и потратить на свои нужды, 0.009 биткоинов. В рублях в среднем это 6300. То есть 6300 рублей. Это в среднем. Сегодня курс я еще не смотрела. Вы можете сами точно так же более точный курс посмотреть сегодня в калькуляторе. Значит, закрыли пул, у вас 12 человек зашло в первый пул, ваша чистая прибыль 0.009 биткоинов или 6300 рублей. Система вас передвигает во второй пул. После того, как у вас по точно такой же схеме заполняется пул, ваш суммарный доход будет составлять 0.054 биткоина или 37 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, среднемесячная зарплата обычного человека. Даже более высокая, чем у среднего человека. Ежемесячная зарплата. Вы можете этот результат сделать как за неделю, как за месяц, как за два месяца, смотря, как говорится, у вас какие аппетиты и как вы можете работать. Вы можете закрывать пул в месяц несколько раз. То есть все зависит только от вас. После второго пула система вас передвигает в третий пул. Как только у вас по такой же системе заполняется пул 12 партнерами, ваша чистая прибыль суммарная 0.1 биткоин с хвостиком. И в рублях это получается в пределах где-то в районе 100 тысяч рублей. Вы точно так же можете этот результат сделать как за месяц, как за два месяца, как и за неделю, друзья. В зависимости от того, какие у вас желания и потребности. Вот, пожалуйста, у вас третий пул закрывается, суммарная ваша прибыль будет составлять 100 тысяч рублей. После третьего пула система вам начинает отчислять 10% от вашей прибыли в постмайнинг. То есть в постмайнинге после третьего пула у вас открывается кошелек, где начинается процесс майнинга. То есть ваша прибыль
вот эти 10% вашей прибыли начинают вам генерировать новую прибыль, именно уже в постмайнинге, в криптовалюте AON. Это самый настоящий пассив, когда вы, допустим, спите, занимаетесь своими делами, а у вас там где-то работает постмайнинг и формирует вам новую прибыль. Там не надо постоянно находиться, там не надо ничего делать, там оно работает само. Это технология POS. Чуть позже о ней я расскажу. После третьего пула система переведет вас в четвертый пул. И когда у вас пул заполнится 12 людьми, вы заработаете суммарно 0.3 биткоина с хвостиком. В рублях это у нас получается 250 тысяч. Точно так же вы можете этот результат сделать за то время, которое себе наметите. Можете в месяц такие деньги зарабатывать, то есть каждый месяц закрывать четвертый пул раз в год, то есть как хотите. Это все в ваших руках. Хотите денег, зарабатываете. После четвертого пула у вас система передвигает в пятый пул. После заполнения пятого пула у вас чистая прибыль 1 биткоин точка 8. В рублях это у нас получается 1 300 000. То есть вот уже, пожалуйста, многие люди мечтают о миллионе. Сегодня весь интернет, как говорится, кричит о том, что хотите миллион, приходите к нам в компанию. Вот вам, пожалуйста, 1 миллион. И это, друзья, всего лишь середина маркетинга Big Sub. То есть, как я говорила, в маркетинге 10 пулов. Это только середина маркетинга, пятый пул. И у вас на руках уже 1 300 000. Не забывайте, что предыдущие пулы у вас точно так же работают. У них там открываются, закрываются реинвесты. Значит, эта сумма 1 300 000 не окончательная. То есть вы еще зарабатываете еще больше. После пятого пула система передвинет вас в шестой. После заполнения шестого пула ваша чистая прибыль составляет 5 биткоинов с хвостиком. В рублях это получается 3 900 000. Ну, то есть эти суммы в среднем, я говорю, смотрите курс на, как говорится, либо на момент просмотра этого видео, либо прямо сейчас. Вот можете посмотреть, пока я вам рассказываю на калькуляторе свежий курс. Вот сколько сейчас 5 биткоинов, 5.6 биткоинов в рублевом эквиваленте. В среднем это 3 900 000 рублей. На эту сумму уже можно прикупить себе приличную квартиру в том городе, в котором вы живете. Ну вот мне так кажется, да? Точно так же у вас еще работают 5 предыдущих пулов, значит 3 900 000 это не окончательная сумма, значит у вас еще будут средства, которые вам увеличат ваш суммарный доход. После шестого вы переходите в седьмой пул, за седьмой пул вы зарабатываете 20 биткоинов, в рублях это 14 миллионов. Это еще сумма вкуснее. И тут уже, друзья, начинается самое интересное. Тут уже начинают идти очень большие деньги, которые не у всех еще пока в голове укладываются. Поэтому, если вы заходите в Big Sub зарабатывать, вам надо заранее развивать свою и расширять бизнес-емкость. То есть поселять у себя в голове большие деньги. Допустим, у меня когда-то миллион вызывал, ну, чисто фантастические какие-то картины. Мне казалось, что я никогда в жизни не смогу обладать миллионом. Но когда человек начинает работать в сетевом маркетинге, когда здесь, ну, видно, какие суммы человек, ну, может реально заработать, то вот эти суммы, они уже, ну, спокойно умещаются в голове. И ты понимаешь прекрасно, что при желании, допустим, я смогу спокойно обладать этими суммами. То есть моя бизнес-емкость, она расширилась. Вот если пока у вас в голове вот мысли, что да нет, я такого не смогу, это нереально, это не для меня. Выкиньте эти мысли из головы. Вот прямо сейчас начинайте расширять свою бизнес-емкость. Если вы будете с нами общаться, как говорится, у вас эта бизнес-емкость автоматом разобьется. Вот, поэтому общайтесь с нами в чатах, задавайте вопросы и сами увидите, что в скором времени вы уже принимаете как данность вот эти суммы. Итак, за седьмой пул ваша чистая прибыль будет 14 миллионов рублей. На эти деньги уже можно, друзья, очень хорошо, шикарно сделать свои дела. Но не забывайте, что любые деньги имеют свойство заканчиваться, поэтому на этом останавливаться не стоит. Почивать на лаврах не стоит, надо двигаться дальше, потому что деньги имеют свойство заканчиваться. Они как приходят, так и уходят. Поэтому, заработав 14 миллионов рублей, вы можете их потратить, и больше у вас их не будет. Чтобы они у вас приходили многократно, мы двигаемся дальше.
Дальше у нас идут лидерские пулы. Сюда система вас автоматом не передвинет, сюда вы зайдете только по своему желанию. Сейчас суммы, которые я вам покажу, думаю, вас, как говорится, смотивируют на это. В восьмом пуле ваша чистая прибыль составит 40 биткоинов, либо 28 миллионов рублей. Здесь уже еще круче, друзья, становится, да? В девятом пуле вы заработаете 80 биткоинов, либо 56 миллионов рублей. И в десятом пуле вы заработаете 223 биткоина, либо 156 миллионов рублей. То есть это средняя цифра. И еще раз напомню, то есть не устану об этом напоминать, что пока вы дойдете до 10 пула, у вас еще много-много раз закроются все предыдущие 9 пулов. Соответственно, каждый из 9 пулов вам принесет еще прибыль неоднократно. Значит, вот эти 156 миллионов – это еще не предел. Это не предел. Суммы будут намного-намного больше. Естественно, никогда в жизни не скажу вам, что этот путь легкий и быстрый. Этот путь подходит только целеустремленным людям, которые готовы работать ради таких денег, которые понимают, что в обычной жизни, на обычной работе, он никогда в жизни не заработает таких денег. Да? Вот именно вот этот путь подходит тем людям, которые это реально понимают, что на обычной своей работе он никогда в жизни не заработает такие деньги. Сколько бы он ни посвящал время своей работе, хоть он будет работать на 5 работах с утра до вечера, 24 часа в сутки, он никогда в жизни не заработает таких денег. Те люди, которые адекватно это понимают, пройдут вот этот путь. А путь, друзья, в принципе, он и сложный, и простой одновременно. Сложный он в том, что надо себя будет в первую очередь, как говорится, держать в узде, чтобы не расслабляться, чтобы не опускать руки. Потому что на этом пути может все случиться. И люди какие-нибудь не те встретятся, и там кто-то скажет вам, да чем ты ерундой занимаешься. То есть может все на этом пути встретиться. Но если человек, как говорится, себя настроит на результат, что он готов дойти до 10-го пула как минимум, или хотя бы до 7-го, то он пройдет этот путь. И обязательно заработает такие деньги. Поэтому я никогда в жизни никому не говорю, что вот эти деньги свалятся человеку на голову только от того, что он, допустим, зарегистрируется и купит себе первый пул. Да никогда в жизни. Никогда этого не скажу и не собираюсь никого обманывать. Этот путь только для целеустремленных людей, которые готовы потрудиться на свое будущее, на будущее своей семьи, своих близких. Вот у тех все получится. А мы обязательно в команде, обязательно таким людям поможем. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде прямо сегодня, не откладывайте в долгий ящик то, что можно сделать сегодня, и что может сделать вас счастливым прямо уже завтра, друзья. Потому что надо, как говорится, возможности брать вот тогда, когда они к вам приходят, когда они стучатся к вам в дверь. В начале нашей презентации я вам рассказывала, что здесь есть связь с Acrona Open Network. У компании Acrona Open Network с компанией BigSub существует сотрудничество. Как я уже говорила, после третьего пула у партнера BigSub начинает формироваться пассивная прибыль в Acrona Open Network. То есть вот такой вот союз, симбиоз вот таких двух видов дохода. То есть тот человек, который активно работает над построением команды, дойдя до определенного уровня, у него начинает формироваться пассивный доход. Криптовалюте Acrona. Обязательно приходите на наши специальные встречи именно по этой теме, где мы вам будем рассказывать именно про Acrona, про Acrona Open Network, про эту платформу. Там вы узнаете больше, что это за платформа, зачем она вообще нужна, как там вообще что-то делать и так далее. То есть приходите на вот эти встречи, чтобы узнать больше именно о платформе Acrona Open Network. Ну, а я продолжу. Acrona Open Network развивается по технологии POS. Если, допустим, я вам про биткоин рассказывала, чтобы добывать биткоин, нужны большие территории, большие площади, какие-нибудь помещения, ангары, где стоят большое количество компьютеров, работают видеокарты. Они вот эти видеокарты расшифровывают код. И после расшифровки рождается, допустим, один биткоин на свет. Этим занимаются майнеры, которые за свой труд получают еще и комиссию. То есть за свой труд, за то, что они расшифровывают эти коды, они берут комиссию. Соответственно, вот эта технология Proof of Work,
по майнингу биткоина, она недоступна для обычного человека в силу своей дороговизны. Потому что я говорила, что там и оборудование дорогостоящее, и электроэнергии много надо тратить и платить за нее. Поэтому для простого человека это недоступно. А вот новая современная технология Proof of Stake, она доступна даже для школьника, даже для какой-нибудь бабушки-пенсионерки. Потому что для того, чтобы зарабатывать на технологии постмайнинга, надо иметь всего лишь смартфон. С этого смартфона человек заходит в свой кабинет и видит, как у него работает постмайнинг. То есть зарегистрировался, создал кошелек, активировал его, и постмайнинг начинает работать 24 на 7, как говорится. Человек спит, деньги работают. И вот по технологии постмайнинг может зарабатывать абсолютно любой человек, даже тот, который не знает каких-то особых знаний там в интернете там или вообще в криптовалюте или еще как-то. Самое главное, он чтобы умел пользоваться там телефоном, допустим, планшетом, компьютером, ноутбуком и мог просто зарегистрироваться в этом кабинете. Все остальные моменты он может уже в процессе там, допустим, в процессе изучить в любое свободное время, допустим, что такое Акрона, как она работает, то есть это уже он спокойно изучает. Но пока он это все изучает, у него уже вовсю работает постмайнинг и приносит ему прибыль. Как я уже говорила, что после третьего пула у человека идет отчисление в Акрон Open Network, и вот если у человека закрыто 7 основных пулов, то его прибыль от постмайнинга, ну, как бы приблизительно будет составлять 460 акрон, либо $2300 в месяц. То есть это чистая пассивная прибыль. Это, конечно, примерные цифры, потому что курс акроны сегодня уже чуть выше, чем на момент создания этих слайдов. Но тем не менее, в среднем где-то будет ну так. То есть человек закрывает 7 пулов, у него баланс постмайнинга 460 акрон и чистая прибыль вот пассивная ежемесячная вот в пределах вот этой суммы. Если у человека закрывается 10 пулов, то, соответственно, его баланс еще больше, и пассивная прибыль составит примерно $24 000. То есть, я думаю, тоже неплохо за однажды выполненную работу получать многократно вот такой доход. Но также человек еще зарабатывает не просто от закрытия своих личных пулов. У него существует возможность получать доход от партнерской программы. То есть, те люди, которые за ним переходят из BigSub в PostMoney, также существует пятиуровневая партнерская программа, с которых человек также зарабатывает. То есть 5 уровней в глубину и пассивная прибыль примерная от партнерской структуры будет в пределах где-то $5000. То есть эти все суммы примерные, потому что курс акроны меняется и, возможно, допустим, через некоторое время здесь будет совсем абсолютно другая сумма. Давайте, друзья, с вами подведем итог. Какие у вас есть выгоды сотрудничества, если вы придете в компанию BigSub и начнете здесь развиваться? Во-первых, вы будете получать высокую прибыль. То есть вы будете создавать себе высокий доход. Если вы, допустим, сравните с тем, чем вы сегодня занимаетесь, и сравните с теми цифрами, которые я вам сегодня озвучила, если вы видите, что там, где вы сегодня зарабатываете, вы не достигнете таких сумм, то вам прямо сегодня надо обратиться к человеку, который вам рассказал об этой встрече, который пригласил вас на эту встречу, или, допустим, вы видите в записи, обращайтесь по контактным данным под этим видео. Вот прямо сегодня вам надо начинать здесь развиваться, потому что если вы видите, что там, где вы сегодня, вы не заработаете столько денег, а здесь заработаете, значит, надо действовать, друзья. Здесь у вас будет возможность создать себе капитал на осуществление своей мечты. Мечты у всех, друзья, разные. У кого-то, допустим, там сапоги вторые купить на зиму, да, к примеру. У кого-то, допустим, квартиру купить. Это стоит денег приличных. У кого-то, допустим, образование детям оплатить. И там, или поддержать свое здоровье как-то, на курорт выехать, на море выехать. То есть мечты абсолютно могут быть разные. Кто-то, может быть, хочет бизнес на земле открыть. То есть я еще раз скажу, мечты абсолютно у всех разные. И работая на платформе BigSub, создавая здесь доход, вы спокойно можете осуществить практически любую свою мечту. Какая следующая выгода? Это качественное обучение. То есть, еще раз скажу, что здесь есть как в формате самообразования, вы сами заходите и проходите обучение, тестируетесь. Но также еще и приходят к нам высококлассные специалисты. Это уже вот эта выгода ваша. Высококлассные специалисты, которые уже обладают
огромным багажом знаний, и они делятся с нами своими знаниями. То есть они помогают нам развиваться и обучаться. У вас будет возможность посещать конференции в России и за рубежом, но это, как говорится, это вообще без этого никак, но любая компания, она проводит офлайн мероприятия на своей территории, на территории своей страны и за рубежом. Поэтому, если вы, допустим, являетесь партнером Big Sub, у вас будет возможность посещать такие мероприятия. У вас будет возможность развивать дело из любой точки мира. Абсолютно неважно, где вы на данный момент будете находиться. Самое главное, чтобы у вас был выход в интернет, и вы можете, допустим, где-нибудь сидя там в парке на в каком-нибудь, можете спокойно развивать свой бизнес и создавать команду. Постоянная поддержка и полное сопровождение ведения бизнеса. То есть команда, то есть компания, она заботится о нас, и она будет заботиться о вас. Постоянно какие-то проходят полезные мероприятия, которые помогают человеку повышать свою компетентность. То есть у вас будет такая возможность. И вот чтобы получить все вот эти выгоды, чтобы стать частью команды, вам надо вот прямо сейчас определиться, с какого пула вы хотите стартовать. Либо вы можете выбрать сразу несколько пулов. Это уже на ваше усмотрение. Выбираете количество пулов, с которых вы хотите стартовать. Сейчас вот прям после нашей презентации обращайтесь к человеку, который пригласил вас на эту презентацию, да, на эту встречу, который дал вам ссылку. Прямо сейчас ему пишите, говорите, хочу в команду. Он вам поможет зарегистрироваться, активироваться в системе, расскажет самые основные моменты. Если, допустим, вы пришли по ссылке из интернета, где-то в социальных сетях увидели, значит, пишите в чате, что хочу в команду. С вами также свяжутся наши люди и помогут вам зайти, ну, в бизнес, начать этот бизнес. И все, друзья, и начните свой путь к достижению цели. То есть самое главное, надо начать. То есть можно долго сидеть мечтать, можно долго сидеть там, думать, стоит, не стоит. Я считаю, стоит, потому что жизнь у нас одна, поэтому терять время на долгие раздумья вообще не вижу смысла. Надо брать возможности именно тогда, когда они к вам приходят. Вот сегодня надо брать то, что нам, как говорится, дает Вселенная. Взяли и начали применять. Все, на сегодня я, наверное, буду заканчивать. Благодарю всех, кто пришел к нам сегодня на встречу. Благодарю всех, кто присоединился. Будем с вами обязательно на связи в наших чатах. Не стесняйтесь задавать вопросы, потому что самый глупый вопрос, который не задан, это уже такая вот, как говорится, затертая тема, когда, ну, про глупый вопрос. Но это действительно так. Потому что никто вас не укусит за заданный вопрос, никто вам, как говорится, ничего плохого не сделает. Вы просто для себя, ну, выясняете моменты и все. Поэтому пишите в чате, не стесняйтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. С вами была сегодня Маргарита Шипила. Это была презентация от компании Big Sub. Всем желаю добра, здоровья и процветания.